Первый день рождения. Год назад, 27 марта, президент страны Владимир Путин подписал указ о создании в Российской Федерации войск Национальной гвардии. В Ивановской областной филармонии собрались офицеры и ветераны подразделения подвести итоги первого года и принять поздравления от первых лиц региона. Правительство Ивановской области взаимодействует сегодня с вами во многих областях. Это и защита важнейших государственных объектов, это и вопросы мобилизации, это и вопросы территориальной обороны, общественного порядка. И мы уверены, что в вас мы всегда встретим опору государственной власти Российской Федерации. Первый год он трудный самый. За это время нужно было провести колоссальную работу, как на уровне страны, так и в каждом регионе. Ивановское управление с первоочередными задачами справилось. Сотрудники выполняли свои обязанности и в Северокавказском регионе, и несли службу по охране порядка, контролировали объекты топливно-энергетического комплекса, осуществляли контроль за оборотом гражданского оружия, а также охраняли объекты, которые находятся под охраной физических и юридических лиц. На сегодняшний день личный состав сформирован. Росгвардейцы не только выполняют боевые задачи в горячих точках страны, но уже включились в борьбу со злоумышленниками в Иванове. В планах пополнение материально-технической базы Росгвардии. Наверное, ждет какое-то дооснащение подразделений. Будем стараться улучшить быт, улучшить техническую составляющую. Ну и, в общем-то, надо служебную боевую подготовку тоже наладить в нормальном русле. Ну и, конечно, росгвардейцы продолжают охранять правопорядок, бороться с терроризмом и другими угрозами спокойствию жителей. Вневедомственная охрана, отдел по лицензионно-разрешительной работе, ОМОН и СОБР. Собрать эти ведомства и координировать их работу непросто, но вполне реально, как показал опыт. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.